antiprank.ru зачем взломали? Чего-чего? Взломали antiprank.ru зачем? Чего сломала? Antiprank.ru. Хуйню несешь, ёбаный. Нет, antiprank.ru, сайт такой, взломали вы. Ты что, ёбаный, я нихуя не ломала, паскуда. Да вы взяли, сломали его, зачем? Вот там написано сейчас, типа, сайт временно не работает, а вы взяли его, взломали. Чего я, блядь, ломал? Хуйню несешь, блядь. Я и говорю то, что... В психиатру вы... иди, нет. Блядь. А, подождите, а вы мне, кстати, Аську-то поможете взломать? Чокнутая, сука, несешь хуйню какую-то. Нет, я говорю acq.com. Ты ебаный по-русски так говори, я твой даже язык не понимаю, ебаный в рот. А, тогда ладно, ICQ. Я говорю icq.ru. Короче, а насчет мыла-то что там? Чего? Насчет мыла. Какого мыла, блядь? Ну, e-mail который. Что ты хуйню-то несешь? Бредишь, блядь, сумасшедший. Нет, я говорю, e-mail, ну, почту. Мыло какой-то ебаный в рот. Почту, которая, почта нужна мне. Вот я и говорю, надо мне почту, вы мне дадите, да? Какая почта, ёб твою мать? Ну, электронная. Ебать, я ее хотела, я не с ней дело никогда не имела. Так вы же и раздаете бесплатно, вот я вам звоню. Чего я раздаю? Ну, e-mail. Пизду твою раздаю, что ли, блядь? Нет, несешь хуйню, блядь. Что-то я раздаю, ебаный в рот. Мыло. Да что у меня мыльный завод, что ли, паскуда, ебать? Да при чем тут завод? У вас хостинг открытый. Чего? Хостинг у вас открытый, вот вы и раздаете мыло. Смотри, ты иди, блядь, пока не поздно, к психиатру, ты же ёбнулся, блядь. Почему? Пенсионерка какое-то мыло раздает, ты охуел, что ли, блядь? Нет, у вас есть хостинг, вы вот взломали сайт, потом Аську взломали, а сейчас раздаете мыло всем. Ты с хуя сорвался, блядь? Нет, я нормально. Где же я его в пизде возьму мыло, чтобы раздавать? Я что, директор мыльного завода, что ли? Нет, вы директор хостинга. Чего? Хостинга, директор. Придурок ёбаный. Знаешь, что такое хостинг? Хуйню несешь, бредишь, блядь, иди к психиатру, так пока нет. Не поздно. У-у-у. Хуйню, блядь, бредишь, какое-то мыло, хуйню, блядь. Так я и говорю... То, что мыло мне надо, а вы мне не даете сейчас. Я вам говорю, дайте мыло, Валентина Петровна. Ну? Что, ёбаный, у меня мыльный завод, что ли? Ёбаный так, в рот. Так почему тут мыльный завод-то? Я же говорю вам, у вас e-mail нужен мне. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Да какие мне 40 копеек? Чё мне 40 копеек? Мне 40 копеек не жалко, просто мне надо e-mail, а не мыло. Чего? E-mail. Что за ЕММ? Е-мэ-ил. Иди! Какие-то загадки, блядь, хуячишь. Нет, я вам говорю, e-mail. Валентина Петровна, тогда это, можете мне подарить хостинг какой-нибудь такой свободный? 2 гигабайта мне нужно. Чего? Ну, у вас винчестер есть? Чего есть? Винчестер. Нихуя не понимаю ни одного слова, блядь! Картавая сука! Винчестер! И это еще. Материнская плата. Какая материнская плата? Ну, которая стоит. Видишь, бредишь, блядь, сумасшедший. Так я говорю, вот... Блядь, ты сумасшедший, паскуда сумасшедшая. Нет, зачем, подожди, Валентина Петровна, у вас сервак какой? А твое какое дело? Нет, ну сервак у вас какой? Какое твое дело до моих сервантов, до моей обстановки, блядь? Я говорю... Хули тебе за дело до моей мебели? Кто ты есть-то? Или прикидываешься сумасшедшим, или на самом деле сумасшедший. Нет, Валентина Петровна, у вас какой Windows?
Чего? Windows какой? Windows. Какой фикус? Windows. Что за Windows? Ну, который ставит, это, система такая. Система такая, говорю. Ты что, хуйню какую-то несешь? Какую-то систему, ебаный ебать? Ну, у вас Microsoft Windows XP или чё? Что? У вас Home Edition или Professional? Какой КБС? Нет, Home Edition или... Или... Чёрт, косявый, ёбаный. Ни одного слова не разберёшь. Тебе и к логопеду ещё надо идти, блядь. Валентина Петровна, а вы фотошопом пользуетесь? Чем? Хуйжопом? Нет, фотошопом. А это, Валентина Петровна, вы в Counter-Strike играете, нет? Что ты хуйню-то несёшь, блядь? Нет, Валентина Петровна, в Counter-Strike. Ну, Counter-Strike, знаете такую игру, нет? Ты, блядь, говори по-русски, ёбаный. Так... А мне твоя иностранщина не нужна, блядь. А это тогда Image Ready, знаете такую программу? Вы ей пользуетесь? Нет, не пользуюсь. Кстати, алкоголь 120, прикольная программа, да? Иди ты нахуй, какое твое дело до моих программ, блядь, ёбаный? А вы сами программы пишете, да, Валентина Петровна? Чего, блядь? Сами программы пишете, да? Видишь, какую хуйню даже... Такую хуйню несет, что одного слова понять невозможно. Я же сказал, вы сами программы пишете. Чего? Программы сами пишете, нет? Какой бис, блядь? Какой бис, я говорю, программы сами пишете. Чего программа? Пишите, говорю, сами программу. Какой бис, ёбаный? Какой бис, это где? Бис, ебис. Придурок, ёбаный. Валентина Петровна, у вас это, есть веб-мани? Что? Веб-мани. Хуй картавый, ни одного слова не разберешь. К логопеду, блядь, иди. Ладно. Пусть тебя научат по-русски разговаривать. Веб-мани. Иди ты нахуй со своими буквами. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Помните меня? Ну как же, всех свиней помню. Так это, я что звоню-то, Валентина Петровна, у меня к вам один вопрос есть. Что мне делать с базой Москил? Что? С базой Москил что делать? У меня база данных полетела, вот я и спрашиваю. Чё полетела, блядь? База данных. Вот у меня база данных полетела, я спрашиваю, что делать сейчас у него? Удалите ее. Это ты нахуй, бормоз хуев! Кто? Алло. Ну чё вы трубку-то бросаете, Валентина Петровна? Да нахуй ты мне сдался, блядь! Нет, давайте успокоимся, нормально поговорим. О чем, блядь? Короче, вот я хочу спросить, Music Changer вышел, нет, для FIFA на 8? Пошел ты нахуй. Нет, Music Changer. А меня ебать его хотела. Зачем, Валентина Петровна? Я же говорю... Нахуй мне, пошли вы нахуй от меня, ёб твою мать, приебался, блядь, сука. Флэш игры есть? Алло, Валентина Петровна. Вот. Чего тебе? Короче, Валентина Петровна, вот я вас хочу спросить. SLS Lite, когда будет новая версия? Иди ты нахуй вместе со своим слайдом. Я ебать хотела тебя и слайды, и отъебись, паскуда. А это, Валентина Петровна. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Помните меня, нет? Слышу, блядь. Короче, Валентина Петровна, я что хочу спросить-то у вас. Где мне My Login новую версию скачать? Чего ты бормочешь, ёбаный? My Login новую версию где скачать? Что-что? My Login новую версию где скачать? Ты, сука, говорит, чтоб понятно было, блядь, ебать. Ну, это DVX мой плеер еще надо мне скачать новую версию. Что-что, блядь? Новую версию надо скачать мне, Валентина Петровна. Ты, сука, говори так, чтобы слышно было.
Дебила, блядь, не картац, ебаная тварь. Короче, Валентина Петровна, мне нужна новая версия Image 2 3GP конвертер. Конвертер нахуй себе повесь. Нет, и Чимак новый нужен. Мне вот пароль нужно подобрать к игре одной. Чего ты, блядь, сука, бормочешь? Иди к психиатру, пока не поздно. А Кути ВТП еще профессионал у вас есть? Чего, ёбаная тварь? КУТП 8 Professional. Пошёл нахуй с его своим протекшером. Нет, ещё это. FIFA 08 русский. Пошёл ты, ёбаная, не придумай, аферист, я тебя посажу, сука, ёбаная. Нет, ещё это, Валентина Петровна, FIFA 08 русский комментатор мне нужен срочно вообще. Я тебе, блядь, покажу, чего нужно-то, блядь, решай без меня! Я а это, блядь... Валентина Петровна, а это, вы знаете, нет деда и ВЦ? Пошёл нахуй со своими глупыми вопросами! Нет, а зимний шаблон мне нужен ещё вот для сайта моего. Пошёл нахуй, я сказала! Ладно, хай тай... Нахуй пошёл! Нет, Валентина Петровна, Валентина Петровна, подождите. А у вас нет. Есть... Подождите, а у вас есть Hyde IP Platinum? Чего, ёбаный? Hyde IP Platinum. Платина, ёбаный, в рот! Да, вот не надо её... Ни одного с рода не было, не то что платины! А вы это, в Японии были когда-нибудь? Пошёл нахуй! Нет! Короче, это... HTML3... Какой я, блядь, японный, хуй собачий, ёбаный, в рот! Ещё это, опера новой версии. Алло! Чего тебе? Здравствуйте, Валентина Петровна! Это, я вам что хочу спросить-то? А, вот тут Билл Гейтс к вам хочет съездить, вы как к нему относитесь? Чего? Билл Гейтс к вам хочет Гейтс. Приехать, как относитесь к нему? Чего, блядь? Билл Гейтс к вам хочет приехать! Кто хочет приехать? Билл Гейтс! Кто, блядь? Билл Гейтс! А? А, Билл Гейтс! Пошёл ты нахуй, ёбаный! Какого тебе хуя от меня нужно, паскуда, ёбаный? Ну, Валентина Петровна, директор компании Microsoft. Чего, блядь? Директор компании Microsoft. Windows. Ты, блядь, к психиатру иди, ёбаный! Несёшь хуету всякую, блядь! Нахуй мне твоя хуета сдалась! Валентина Петровна, но он реально хочет приехать в гости! Да! Да! Что ты говоришь? Так я отвечаю! Вот и прими его, паскуда ёбаная, так... в рот! Он же хочет прям Windows вам новую установить! Вот ты, блядь, его к себе и привезти! Так он же сказал... Хотя этого хуя! Не, он сказал, что вот я Валентине Петровне новый сервак поставлю! Ты? Вот тебе... Пусть он его на твой хуй поставит, сервант! Да зачем сервант? Я же говорю, сервак! Хуй ты меня купишь, паскуда, ёбаная в рот! Блядь, паскудина! Я тебе, блядь, кислотой рожу, аферист! Замажу, блядь! Чтобы ослеп нахуй с палочкой ходил! Валентина Петровна, зачем? Валентина Петровна, что трубку бросаешь? Ты хуй из 218-й! Отъебись, паскуда, а то я тебе устрою, блядь, праздник! Ну, Валентина Петровна... Алло, ну Валентина Петровна, он хочет вам новое железо вам установить новое. Пусть на твой хуй устанавливает, прямо на твой хуй. А оперативную память что поменять не хотите, что ли? Ты, паскуда, отъебись. Так, память... А мне от вас нихуя не нужно! Память... Паста ёбаная, я на тебя, блядь! Заявление уже накатало в милицию! Мне похуй, это, я имею в виду... Чего там насчет Windows думаете? Я все-таки так и не у вас не узнал. Пошел нахуй, сука! Так в WebMoney тоже же летят. Пошел нахуй, сука! А ВМР у вас есть? Пошел нахуй, сука, ёбаная, блядь! ВМЗ! Ебучая тварь, блядь, ёбаная! ВМЗ, Валентина Петровна! Сука, ёбаная, в рот! Паскуда, блядь!